Десятки детей погибли при авиаударах в Йемене. Дети и несколько женщин попали под удар в районе Аль-Дурахими на юге от повстанческого города Хадида. В результате двух авиаударов силами коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, в Йемене погибли 26 детей и 4 женщины. Об этом со ссылкой на представителей ООН, сообщает ЭФП. Авиаудар произошел 23 августа в районе Аль-Дурахими, что находится на юге от повстанческого города Хадида. Женщины и дети пытались спастись от боевых действий, однако попали под обстрел. В результате погибли по меньшей мере 22 детей, а также 4 женщин. Еще 4 детей погибли от другого авиаудара в том же районе. В ООН заявили, что это второй случай за неделю, когда воздушная авиация коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, приводит к десяткам жертв среди гражданского населения. ООН призывает провести независимое расследование воздушных атак, которое было направлено против гражданского населения. Напомним, 9 августа во время авиаудара арабской коалиции по йеменскому городу Саада бомба попала в школьный автобус, погибли по меньшей мере 29 детей в возрасте до 15 лет, более 30 пострадали. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.